Наималья, более 20% пассажиров общественного транспорта не оплачивают проезд. Ущерб, который они наносят перевозчикам, составляет порядка 120 миллионов рублей. Борются с безбилетниками с помощью усиленного контроля и штрафов, которые выросли в десятки раз. В соответствии со статьей 6.2.81 закона Ямало-Ненецкого автономного округа штраф за безбилетный проезд и провоз багажа составляет 2500 рублей и повторное нарушение составляет 5000 рублей. Напоминаем, что проезд детей с 31 мая по 31 августа теперь тоже платный. Поэтому как и взрослых, так и детей призываем пользоваться картами «Морожка» и оплачивать проезд. Сегодня специальная комиссия проехала по одному из маршрутов. Безбилетников не выявили. Тем не менее, подобные рейды будут проводиться регулярно. Перевозчики напоминают, что в общественном транспорте доступны несколько видов оплаты. Оплату можно производить наличным расчетом, то есть у водителя. Или у нас есть еще два маршрута, по которым ездят все-таки контролеры. Или у них самих. То есть они ходят по автобусу, там, предлагают, контролируют саму оплату. Или безналичный расчет по карточке. То есть у кого есть обыкновенная карточка, 30 рублей платит. По карточке «Морожка», там согласно льготы, которые предоставлена картой «Морожка». И в учебный год сами дети платят 9 рублей. Ну, дети это знают, у них специальные карточки.